Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 343 упражнение. Прочитаем задание. Исправьте ошибки, которые нередко звучат в современном радио или телеэфире. Укажите вид ошибки. Лишний предлог, не тот падеж зависимого слова, не тот предлог и падеж зависимого слова. Давайте выполним. Первое. Получено интересное предложение из наших областей. Не тот предлог. Сейчас мы выясним то, куда пойдут выпускники школы. Лишний предлог. Сегодня мы озабочены тем, кем станут сегодняшние школьники. Лишний предлог. Говорят, что вы нашли общий язык с семьей шахтера. Не тот предлог и падеж. Около 400 кинокамер вчера еще были здесь. Не тот падеж. Нужно обратить внимание на эту проблему. Не тот предлог и падеж. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.